Плей-офф Единой Лиги ВТБ уже завершен. Впереди финал четырех. А сейчас лучшие моменты плей-офф. Поехали! Семнадцатилетний Никита Михайловский вышел в старте «Автодора» на матч плей-офф с «Зенитом» и набрал 2 очка. Какие 2 очка? Джастин Робинсон отправил молодого партнера в полет, Михайловский завершил алеуп уверенным данком. Никита Михайловский, «Автодор», Саратов, 9-я строчка.